В эти минуты в Брюсселе проходят экстренные встречи руководства ЕС, связанные с итогами британского референдума. Как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, пока невозможно предсказать все политические последствия этого события. Тем не менее, он выразил уверенность, что выход Великобритании сделает ЕС сильнее. Председатель Европарламента Мартин Шульц, в свою очередь, призывает сплотиться перед лицом новой реальности. Во всех комментариях сквозит растерянность. Такого, похоже, никто не ожидал. Не секрет, что мы желали другого исхода вчерашнего референдума. Я полностью осознаю, насколько политически важен и даже драматичен этот момент. Невозможно предсказать все политические последствия этого события, особенно для Великобритании, но, безусловно, это не повод для истерик. Хочу всех заверить, что и к такому негативному сценарию мы были готовы. Как вы знаете, над Евросоюзом не всегда светит солнце. Последние несколько лет – самые тяжелые в истории ЕС, это правда. Но я всегда помню слова отца: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Сейчас, когда Великобритания решила уйти, те страны, которые остаются в Евросоюзе, должны подумать о том, как улучшить его, как защитить. В частности, как в ближайшие месяцы защитить еврозону. В эти неспокойные времена нам всем нужна стабильность.